Я сегодня должен был с Эдуардом Лесневским вообще сюда прийти, но по состоянию здоровья не смог, да. Вот был такой случай. У Володи Цеслера постоянно проводится день рождения, да. Прижил Андрей Макаревич. Вот. Он спел такую песню очень жалостную. Ну, Эдик не выдержал и решил ему подыграть. Он взял гитару, выбежал. И все, сыграли, все. Макаревич поклонился, все, спасибо. Потом говорит, Эдик, елки-палки. Оказывается, он играл в ми, а я в ля. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Под их струн» и я ее ведущий Анатолий Длузский. Как всегда, мы говорим об авторской песне. Программу мы делаем вместе, поэтому задавайте нашим гостям вопросы, делитесь своими впечатлениями и комментарии оставляйте на сайте www.3belarus.by. А также присылайте смс-сообщения, мы будем очень-очень рады. А сегодня у нас в гостях автор и исполнитель Сергей Носков. Здравствуйте, Сережа! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам на передачу. Давайте сразу начнем с песни. Ну, с такой светленькой, позитивной и старенького. Эта песня ваша? Значит, я сегодня буду исполнять песни на слова Игоря Галкина, с которым мы сотрудничаем творчески где-то с 74 года. И как, все и тексты на стихи Галкина? Да. А музыка ваша? Музыка моя. Ну, давайте, как песня называется? Так и называется «В Минске ясная погода». Пожалуйста. Невзирая на погоду. Повернула время вспять, или струн в душе избыток, повеяло опять чем-то дерзким и забытым, и опавшим листьям в тон желтый свет у перехода в осень, утро и притом в Минске ясная погода. Вдруг судьба и светофор даст добро огнем зеленым, снова станешь с этих пор молодым и окрыленным. Гитару и чехла доставать почаще будешь, и поправишь все дела, и, конечно же, забудешь, что живешь который год обстоятельствам в угоду, что друзья наперечет, и не видитесь по году, что монетка счастья вниз по закону бутерброда. А все нормально, оглянись, в Минске ясная погода, что монетка счастья вниз по закону бутерброда. А все нормально, оглянись, в Минске ясная погода. Вай-дай, ба-дай-дай-дай, ва-ба-да-па-па-па-да-да-па-па-па-дай-дай-дай. Монетка счастья вниз по закону бутерброда, а все нормально, оглянись, в Минске ясная погода. Спасибо, такая положительная, такая хорошая, добрая песня. На любую погоду. Да, замечательно. А играть на гитаре учились где-то? Нигде. 7 классов музыкальной школы по фортепиано. Ну, вот. Чувствуется, что есть какой-то навык такой музыкальный. Ну, это не от музыкальной школы, наверное. Да? Ну, хорошо, очень здорово. А гитару когда в руки взяли? Гитару я взял в руки в 6 классе. Я очень сильно порезал ногу. И мои друзья, чтобы я зря не лежал, где-то в сарае нашли какую-то гитару, прибили грибу. Поломан, прибили гвоздями, на что мама сказала, как вы с инструментом обращаетесь? Прибили гвоздями, и есть. Месяц лежал и учился играть. Ну, так вот. Это вот с тех времен гитара такая боевая у вас? Нет. Эта гитара, ей лет 30, может, 35 эта гитара.
Есть еще такая песня, которая, ну, скажем так, пошла уже в народ. Ей в прошлом году исполнилось ровно 33 года, возраст Христа. Вот. И, ну, злободневности она не потеряла. А музыка ваша, стихи? Игоря Галкина. А, ну вот эту вот песню, очень интересная история была. Я набросал мотивчик, он писал полгода, то есть как писал, думал над ней. На мотивчик. Думал, а потом полгода. Я говорю, ну ты что-нибудь там сделал или нет, или вообще его выбросить, мотивчик. Он говорит, нет, что-то у меня там. Потом сел и за 10 минут просто вот так вылилось у него, вот такой текст. То есть, ну, ходил периодически. Выстрадал, накопил, потом оно легло легко очень. Да, песня хорошая. Падам, ва-па-па-па-па-дам, па-да-па-та-па-да, па-да-и-да, ва-па-па-па-да-дай-да. Когда-нибудь потом, но не теперь, мы сможем на бегу остановиться, вглядеться в окружающие лица. Когда-нибудь потом, но не теперь. Когда-нибудь потом, но не теперь. Мы улыбнемся прожитому ныне и в память прошлых дней бокалы сдвинем. Когда-нибудь потом, но не теперь. Когда-нибудь потом, но не теперь. Мы вырвемся из замкнутого круга, и слушать мы научимся друг друга. Когда-нибудь потом, но не теперь. Пайла, вам-па-па-да-да-дай-да, па-да-па-да-пам. И станет мир разумней и добрей, и бережней мы будем относиться к тому, что может вновь не повториться. И станет мир разумней и добрей. Заметим мы когда-нибудь потом чужие огорченья и печали, и то, что никогда не замечали. Заметим мы когда-нибудь потом, откроем раньше запертую дверь, в которую к нам доброта стучится. Но только жаль, что все это случится когда-нибудь потом, но не теперь. Спасибо, замечательная песня. Вот как радостно, когда есть текст, вот чем отличается, да, авторская песня, о чем можно подумать, пофилософствовать. Да, я почему-то, вот современные песни, особенно молодежь, есть же такие, ну, скажем, Высоцкие. Вот я хотел вас спросить, вы сами, вы начинали с песен Высоцкого, Кукина. Первые две песни, как я научился брать три аккорда, это была «А я еду за туманом» Кукина и «Здесь вам не равнина», «Здесь Климент» Высоцкого. Угу. Вот, то есть... А потом уже открыл для себя и Висбора, и, ну, вот эти были первые песни. А как вы относитесь вот сейчас в последнее время смешение жанров, стилей авторской песни? Положительно. То есть я считаю, что музыка, она абсолютна. То есть нельзя говорить, что вот это именно бардовская песня, там, авторская, это вот... То есть музыка, если не приходит в голову, она больше никуда не приходит. То есть вот есть какой-то, как говорил Максим Дунаевский, главное придумать мотивчик. Аранжировка, все это. Это не только Дунаевский, это и Пугачева всегда говорила. Главное в этом мотивчик. Да, так это. Но я слышал это от Дунаевского. Дунаевский, скажем, наверное, у Пугачевой. Ну, это перефразировать фразу Леонида Утесова, чтобы за ухо. Да, цепляло. А как вот я, у вас проигрыши такие, вы помогаете себе там, фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Это из-за недостатка второго, да, потому что мне это уже так уже надоело, это подаба-дубы-да.
Ну, вот. Чувствуется, что да, все-таки как-то. То есть это написано для какого-нибудь инструмента, а так как я волею судеб оказался один. Но у вас это здорово получается. Ну, вы за то, что жанр вот меняется, это нормально авторской песни? Да. Ну, скажем, авторская песня, любая песня, она авторская. Где-то кто-то, где-то есть автор. Все начинается с автора. Я считаю, что авторская бардовская песня – это, скажем, прежде всего осмысленный текст. Потому что вот то, что сейчас творится, ну, скажем, в шоу-бизнесе, ну, там тексты, ну, приближаются уже к наскальной живописи. Потому что не утруждают себя даже рифмой. Зачем? Вот, а есть, ну, у нас есть чему, вот в русском языке есть чему, кому, у кого поучиться и чему. А кто вы по профессии? Математик-программист. А, это помогает. Кстати, говорят, для того, чтобы писать музыку и тексты, да, вот хорошо быть математиком, потому что надо все это складывать. Да, блок-схемы в голове есть. Давайте тогда песню, потому что песня – это самое главное в нашей передаче. Хорошо. Еще в снегу прохожих лица весенний час, и в день, и в рань еще зима, как прежде длится, пока февраль, пока февраль. И если вдруг, вопреки календарной дате, в душе свиреп и пастораль, то как их принять, их и доверять им, пока февраль, пока февраль. Уже циклон тепло к нам движет, твердит прогноз известный враль. Ближе, ближе, пока февраль, пока февраль. И даже пусть снег тот в этой зиме последний, и солнце луч ждет не пора ли, и вновь нотки вспомнились песни летней. Пока февраль, пока февраль. И хоть весна уже на старте, и тушь играть готов рояль, привычный шар все так же кстати, пока февраль, пока февраль. Еще чуть-чуть и изменится время года, хоть взгляд в метро всерьез едва ли его вдруг заметим мы мимоходом. Пока февраль, пока февраль. Душевно, душевно, добро так, хорошо. И как здорово, прогноз погоды известный враль. Гениальная строчка. Ну, гениальная. Это Игорь Михайлович. У нас очень много вопросов от телезрителей, да? Угу. Давайте ответим на вопросы.
Антон спрашивает, как вы считаете, можно назвать авторскую песню музыкой уже состоявшихся людей, до которой нужно дорасти? Есть ли у этого жанра какой-то возрастной ценз? Я думаю, что смысл, если человек уже в здравом уме и понимает какие-то истины. Жизненные. Жизненные, он что-то прошел в этой жизни. То никакого возрастного ценза нет. Некоторые люди так и доживают до старости, не поняв, мне кажется. Вы имеете в виду авторскую песню? Ну, авторская песня, это она несет какой-то, какой-то все-таки смысл несет. В итоге человек что-то хочет сказать, то есть вот что-то у него есть за душой, в душе. А некоторые сейчас песни, я не понимаю, вот зачем человек вышел, что он хотел этим сказать, что я существую в таком виде и все. А смысл, зачем он выходил, непонятно. Когда выходишь на эстраду, вот из Покровских ворот. Я думаю, что молодым людям, которые там вопрос о том, что есть ли возраст и как понимают, я думаю, что на генном уровне где-то, да, у нас на нашей земле есть, они, эта песня нужна, необходимо мыслить, переживать, сопереживать, работать, чтобы душа работала, самое главное. А авторская песня, она в этом... Душа обязана трудиться и день, и ночь. Ночь, и день, и ночь. Сергей, очень хорошо у вас все получается, поэтому давайте еще песню. Хорошо. Хочу показать такую песню моему другу, посвященную. День как миг, то к морю ждать погоды, то тишь да гладь, то пан или пропал, и не понять, какие наши годы. Вот 10 лет наш первый юбилей, а 20 лет как взрослости отметка. Ах, парус наш белей, 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 дай нужной стороной монетка. А после нескончаемый вокзал, пути, билеты, встречи, темы, лица. Но день настал, и вдруг ты осознал, что ты уже из тех, кому за 30. И как себя забавами не тешь, куда ни направляй свой труд ударный, что 40 — это пройденный рубеж. Тебе листок напомнит календарный, одни, как светок листья, шелестят, и годы счетчик крутит незаметно. И вот на горизонте 50, и не абстрактно, а вполне конкретно. Но что-то перепутал сценарист, а может быть, былого стало мало. Но только нам опять по нраву риск, как будто мы в начале сериала. И кто сказал, что нам не по годам, сегодня будто встарь покуролесить? Ведь в сущности мы те же, что тогда, что в 30 лет, что в 20 лет, что в 10. Браво! А скажите, как вы выбираете стихи вот для песни? В основном, большей частью я пишу музыку, а потом Игорь уже на музыку делает стихи. Вот эту песню мы переделали, наверное, 10 раз. Я все капризничал, потому что какое-то слово. Да, потому что я понимаю, когда есть стихи, ты берешь гитару обычно, как происходит, и ты, потому что в стихах уже заложена мелодия. Ритмика, да, вот риф заложен уже. А здесь, я говорю, у тебя 33 буквы,
Он говорит, почему 300? Я говорю, по второму кругу пошел, у меня всего 7 нот, так что позволь, я буду ковыряться, а потом тоже. Ну, да, понятно. Вот. И тут же хочется спеть еще одну песню, она как-то рядом стоит по смыслу. Да. С этой, ну давай. Да. Эх, сейчас бы, да как с молоду, эх, тогда бы, да с умом, пусть серпом, да не под молотом, да не баловать с вином, да советам нужным след давать, да режим всегда блюсти, а да не спорить, а беседовать, сосчитав до десяти, да совсем с другими знаться бы, да любить не тех совсем, поскромнее в 18 бы, поактивней в 27, и тогда бы обязательно было все совсем не так, а не вразрез, а по касательной. И другой в итоге знак, а вот такая теоремочка, жаль, с проверкой не дюж, ни возможности, ни времечко, ни желания к тому ж. А где дорого, где дешево, слезы где, а где вода? Эх бы с молоду подольше бы, эх с умом бы до всегда. Спасибо. А у вас часто выступления бывают? Ну, последнее время совсем не часто. Это я к тому, что вы постоянно заглядываете в текст. А, да, вот нет, то есть я заглядываю на всякий случай, потому что, ну, нет такой уверенности сытой, что я все помню. Да, это да. На всякий случай. А, кстати, да. Интересная история была про Городницкого. После окончания фестиваля позвали всех в кафе. И там был, ну, вышли перекурить, и Городницкий, мой приятель там был, и он все возмущался, почему тексты Галкина никак не отмечены. Вот то, что я пою, это Игоря Галкина. Очень хороший текст, да. Очень. И он возмущенный в перекуре подошел и Городницкого спрашивает, а почему вы вот не отметили? Он говорит, ну, этот геофизик, он за мной постоянно ездит со своими текстами. Какой геофизик? Это наш минский математик. Как? Это наш минский математик? Да, так, говорит, давайте мы пересмотрим, там, столяры еще стоят, давайте пересмотрим там решение жюри. Ну, как мы уже призы раздали? Ай-яй-яй. А, говорит, пригласите завтра, чтобы он со мной встретился. Ну, вот они встретились, вроде как планировали книгу написать. Там, так пересмотрели, сами, да? Нет. Ну, тут уже результаты уже были, уже, скажем да. так. Сергей, давайте вернемся. Я вижу, вы хотите в бой 5 песню спеть. Ну, давайте вернемся к интернету. Надо обязательно... Хорошо. Такой вопрос, Екатерина. На фоне сегодняшнего потребительского рая романтики выглядят... Рая потребительского в кавычках. Романтики выглядят этакими простачками. Как сегодня человеку искусства, поэту, музыканту, художнику пробиться сквозь стену общественного снобизма и безразличия? Ну как? Надо бороться. Скажем, яркий пример Высоцкого, яркий пример Жванецкого, когда все это давилось, но... В итоге что получилось? Да, мне кажется, борьба, все это поражение дает силы. Да. Силы. Скучно жить без взлетов и падений. Давайте еще песню. Угу. Как раз в тему. Про это. Да. Когда без вас привычный поезд, вечерний двинется туман, когда печальной станет повесть, вдруг заменившая роман. Когда стихи заменит проза, чему совсем не рады вы, ведь это рано или поздно всегда случается, увы. Себе скажи,
такая жизнь, то призы, то миражи. Ну давай, держись, найдется поезд с прежним схожий, с маршрутом тем же и ТП. И в том ушедшем, может, тоже предложат новое купе. И главы свежие романа, и строки новые придут. Ведь жизнь порою, как ни странно, слегка похожа на батут. Себе скажи, такая жизнь, то призы, то миражи. Ну давай, держись, что завершится, что начнется, что вдруг продолжится у вас. И жизнь не маятник качнется, туда-сюда еще не раз. И будет повод для укора, и будет радость исполна. А поезд ваш уходит скоро, и ваше место у окна. Себе скажи, такая жизнь, то призы, то миражи. Ну давай, держись. Здорово. Давай, держись. Это самое главное. Сергей, я знаю, что вы написали музыку к мюзиклу «Одиссея» Ефима Тишкина. Да. Это что-то очень серьезное. Расскажите. Это было очень серьезное мероприятие. Мы даже в Москве гастролировали. А когда это было? Это было в 80-х годах, когда в научно-исследовательском институте средств автоматизации был такой театр МХЭТ, музыкально-художественный экспериментальный театр. И там Арнольд Петров вот, значит, поставил он, его сценарий, моя музыка, и достаточно так шумно. Да, и музыка это была, да, солидно все, да? Да, вокально-инструментальный ансамбль, как тогда называлось. Действующие лица, и очень, очень здорово. Освещение свое, своя аппаратура, своя музыка, все, все автономно. Да, а много людей было в этом человек мюзикле? 30. Ух ты, так это вместе же... Вместе со светителями, да. Со всем цехом. Да, 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 да. И вы гастролировали, зарабатывали деньги? Денег мы не зарабатывали. Мы заработали звание народного театра. У меня даже где-то есть значок и удостоверение, что я артист народного театра. Давайте вернемся еще, да, к интернету. Угу. Наталья спрашивает. Сергей, что для вас совершенно недопустимо в творчестве? И как относитесь к желтой прессе? Плагиат недопустим, потому что есть такие сайты, плагиат, да. Ну, очень, очень обидно, что люди что-то вложили, а тут, ну, как, немножко украл и все. А в вашей практике случались такие истории? Да. Поэтому вы так и... Нет. Потому что вопрос задается часто такой, ну, не часто бывает. И все отвечают совершенно, ну, так, чтобы вот про плагиат, это совершенно новое. Нет, если человек совершенно, так сказать, грубо говоря, бездарен в данном деле, но если ему хочется, ну, он же имеет право, ну, делать, но только не выставляет это на показ. Вот посидел на кухне, сыграл. Согласен. Сергей, давайте еще песню. Вы, в отличие от сколько было гостей, да, на передаче, как-то поговорить все, а вы постоянно готовы петь. Я говорю, а можно, да, я сейчас подумаю, а у вас готовы, вот. Сразу песню, пожалуйста, песню. Поэтому давайте песню. Улыбки и песни сегодня, как прежде, и сахар с друзьями становится слаще, но встречи с годами все реже и реже. А нам бы почаще, а нам бы почаще. А завтра опять разведут нас дороги, и дел суета
за собою утащит, и встреч наших вновь отодвинутся сроки. А нам бы почаще, а нам бы почаще быть и крут. Может курс, как грейпфрут, жизнь на вкус, горечь вслед, сладость вдруг, пара лет, разве крюк? А в сердце тепло наших встреч остается, но в вихре событий навстречу летящим лишь изредка память к ним наша вернется. А нам бы почаще, а нам бы почаще, нас тянет друг к другу, как осенью к югу. На время пропавший не значит пропащий, для встреч ни преграда, ни время, ни вьюга. А нам бы почаще, почаще. Сережа, замечательная песня. А вот с кем бы из бардов 60-х, 70-х вам бы хотелось встретиться, поговорить уже взрослым, состоявшимся? Прежде всего, с Визбором. Визбором, да. Да. Ну, мы так... Почему? Я не знаю, как-то от его песен такой добротой веет, что вот... Хотелось бы о чем-то спросить, показать. Просто свой... поговорить. Просто поговорить. Да. Вот с Визбором это в первую очередь. Отлично. И далее идет список. Сережа, программа так быстро уже к концу подходит, время летит. Просто настолько быстротечно. У нас хорошая беседа, много песен. Жалко, но программа заканчивается, поэтому какие-то пожелания любителям авторской песни, нашим телезрителям, и заключительную песню. Ну что, не надо никого бояться. То есть, если есть желание, лучше жалеть о содеянном в итоге, чем вообще... Потому что надо в этой жизни попробовать... Попробовать всё. Набить, да, набивать шишки, да. Идти вперед и все такое. То есть, но вот в так. Этом есть какой-то резон. А вообще пробовали писать на стихи каких-то других поэтов? Пробовал, да, конечно. Да? Вот сейчас у нас хороший тандемчик, такой творческий дуэт получился с Ксюшей Голуб. Я даже спою песенку такую, которая... Ну, у нее детские стихи в основном, да, сейчас вышла книжка, ее поэты... Лучшие поэты, ты, по-моему, 2013 года России. И вот такая вот песенка детская. Ну, детские песенки не надо, там уже сложные арии, там все такое. Попроще что-нибудь такое, с такой изюминкой. Мне кажется, что мы с Ксюшей решили, что получилось. Я скажу вам в вашу корзину, что если песня детская нравится детям, это здорово. Значит, она будет нравиться и взрослым. Потому что для детей это сложнее. Гораздо писать гораздо, сложнее. Да. Тексты, стихи – это... Однозначно. Хоть без шапки стынут ушки, без перчаток мерзнет пальчик, на носу весны веснушки, а по стенке скачет зайчик. Ля-ля-ля-ля. А по стенке скачет зайчик. Небо кажется соленым, и в носу немножко режет. Видишь облако слоненок, а вон то лесной орешек. Ля-ля-ля-ля. А вон то лесной орешек. Солнце уличной торговкой пирожки печет и света. Пахнет новенькой ветровкой и чуть-чуть велосипедом. Ля-ля-ля-ля. И чуть-чуть велосипедом. Пусть сосулька заболела, с козырька роняет слезки. Там под шкуркой черно-белой
притаился сок в березке, ля-ля-ля-ля. Притаился сок в березке. Спасибо, Сергей. В конце каждой передачи я пою. Вот ты когда пел, я думал о том, какую песню спеть. Так все непросто. И ты знаешь, я выбрал из всех песен, которые у меня есть, я много уже спел. Мне бы хотелось спеть детскую песню. Вот которую ты пел, да, детская песня, которая действительно... У них есть своя какая-то философия, философия такая взрослая. Поэтому я с большим удовольствием спою для тебя, для наших телезрителей, песню детскую, которая называется «Лопухи». Сережа, только я хочу попросить тебя, чтобы ты мне подыграл, как это будет возможно, потому что когда приходит гость, я прошу, и у нас что-то получается, хотя телезрители прекрасно понимают, что никаких репетиций не было, это все вот так с белого листа. Там все очень просто. Я думаю, что у нас получится здорово. Тональность. Песня... А? Тональность. Тональность ми-минор. Ну, так все, вперед поехали. Песня о лопухах. Отлично. Лопух со своей лопухиней в зеленой канавке подрос. И пух тополей, как летающий иней, их толстые листья занес. А рядом шалун лопушонок так сильно-пресильно шуршал, что маме и папе несносный ребенок все время работать мешал. Какая такая забота у дремлющих двух лопухов? Они ведь не строят, не красят ворота, не шьют и не пишут стихов. Зато они дарят прохладу, прохладу в горячие дни. А что же они получают за награду? Жару получают они. А рады еще бы не рады сидеть, охраняя дворы. И чувствует им хорошо без прохлады, а нам хорошо без жары. Какая такая забота у дремлющих двух лопухов? Они ведь не строят, не красят ворота, не шьют и не пишут стихов. Они ведь не строят, не красят ворота, не шьют и не пишут стихов. Спасибо большое, спасибо. Так здорово, с первого раза, не репетюры. Дорогие друзья, спасибо, Сережа. Дорогие друзья, у нас был замечательный автор-исполнитель Сергей Носков. Мы всегда будем рады видеть в нашей программе, потому что я вижу, песен у тебя много. И я думаю, что наша встреча будет скорой. Хорошо. Спасибо. Я еще друзей позову. О, с друзьями это будет вообще. Тогда мы большим составом, я думаю, сыграем еще что-то более серьезное. Дорогие друзья, это была передача «Подых струн», и я ее ведущий Анатолий Длузский. Заходите на наш сайт, предлагайте авторов, исполнителей, которых вы бы хотели видеть в нашей программе. Счастья вам, творчества, здоровья и любви.